Всем привет! Наконец-то я добрался до компа, сразу прокачал первого Анубиса, и сегодня у нас будет обзор на Анубиса с максимальным уроном, который только возможен. Сейчас мы разберем его 12-й скилл, что он дает и где мы будем его применять, потестируем на разных локациях. Вкратце расскажу, стоит ли его качать. Так, ну какой у нас Анубис? 12-12 наносит урон равный 345% от атаки. Максимум 100 целей, снижает атаку на 47%, кулдаун 8 секунд. Также трансформируется, снижая получаемый урон на 80%, понижая КД навыка на 5 секунд. Наносит урон всем врагам равный 12% от максимального запаса здоровья. Может воскреснуть 3 раза. Бог войны плюс 90% атака. У нас будет стоять слоник. По статам вы видите, то есть у него урон сейчас в районе 17, больше чем 17 тысяч. Жизни у него 420 примерно, так. Вот его статус судьбы. Рунами у нас стоит бастион, топор, победный выпад. В снаряжении он прокачан на уклонение. Так. Теперь давайте разберем 12-й скилл для него. Вот наши анубисы. Смотрим десяточку. Наносит урон 300%, 100 целей, 42% понижение атаки. Кулдаун, в принципе, дальше ничего у нас не меняется. Не меняется. Так, теперь на 11-м скилле уже плюс 20%. Понижаем атаку на 44%. И также у нас дополнительный урон вырос на 1%. На 12-м получается мы имеем плюс 45% от десятки урону. Также 100 целей. Снижаем атаку уже на 47% вместо 42%. То есть плюс 5%. И у нас еще вырос дополнительно урон всем врагам на 2%. Что вам могу сказать? В принципе, по сути, это немного. Смысл тратить вам там около 90к кулаков? Смысла не вижу. Если он у вас будет просто обычная сборка, без 12-ки его будет вам с головой хватать. Лучше эти кулаки потратить на других героев, на таланты, не знаю, там на все возможные прокачки. Потому что какой-то новой имбовости он не дает. Да, он дает дополнительный урон. Сейчас мы этот урон будем тестировать. Побежали в рейды. Надеюсь, у нас тут не особо много стрелков будет. Может, повезет, ударим. Ну, скорее всего, вряд ли мы ударим. Да, видите. Может, повезет, найдем расстановку без стрелка, хотя это вряд ли. Так, вот у нас есть расстановочка без стрелка. Поехали. Смотрим. Ну, вот такой вот урон. Половины героев нету, правда, они. Вот два залпа получилось у нас. Мы вынесли всех. Ну, урона, честно говоря, не заметил, но герои были второй эволюцией. Так, смотрим тут. Вот Гаргул есть фуловый. 513 тысяч, ребята. Ну, обычным ударом это не крит. Это без бафов. Я вам скажу, это немало. Три залпа и героев просто нет. Круто, круто. Мне это уже нравится. Думаю, на следующей линейке подземок он реально будет тащить. Так, смотрим, что у нас тут. Тут стрелок есть. Не вижу, не вижу, не вижу. Да, тоже есть стрелок. Пропускаем. Так, ну давайте, тут тоже, наверное, он есть, да. Попробуем тут забежать. Может, нам это поможет. Так, одержимый. Давай. Не дают ему ударить.
Сейчас попробуем ремочный вариант. Так будет получше. Сразу увидим урон. Так, где мои ремочки? Уберем у варлока. Есть, побежали. Сейчас он будет сразу ультовать, мы в принципе сможем посмотреть урон. Итак, 370 тысяч увидел. Ну, смотрите, это с одного удара, без бафов. Обычный удар в районе 305. Ну, 2 тычка героев нет. А если под бафом, он просто будет их сносить. Круто. Не увидел, что там было. 795, что ли? 430. Ребята, 500 000. Он ультует очень часто. Это реально очень круто. Просто жесть. Вот хранитель 191 тысяча. Сейчас посмотрим. Как-то непонятно урон прошел. Смотрим дальше. 36 тысяч, он включил свой щит. Смотрим. Бам. Ну, треть только так снимает, причем герои на таблетках. Это немало. Смотрите, что здесь было. Просто в два прихода. Ну, тут мы попали под молчанку. Ну, не знаю. Судя по тому, что было и то, что есть, реально очень круто бьет. А если под бафом, так там вообще будет жесть. Ха, череп даже не может, в принципе, по нему попасть. Вот череп включился. Но смотрите. Как по мне, достойно, очень достойно. Череп просто сдох. Так, сейчас будет Анубис на Анубиса. Хм. Ну, круто, круто. Так, у него Анубис отхил имеет. У нас отхила нет, к сожалению. Но зато у нас прилично урона. Но сейчас он у нас уже порезан. Хорошо. Давайте его потестируем теперь в подземках. Какую там возьмем? Давайте сначала обычную. Даже жестокую. Жестокая 8. Вот тут попробуем что-то сделать. Так, смотрим урон. Ну, вы смотрите на героев. Половины жизни уже нет. 2 залпа. Ну, это очень круто. Это мы без магии бегаем, без ничего. 1 900 000 пролетел урон. Круто. Смотрите, что он делает. Он просто тупо унижает всю подземку. Ну, я не знаю. Это реально самый кайфовый, универсальный сейчас герой будет. Ну, он и есть, он и был для подземок. Но именно с такой прокачкой. Все. Последний залп. 600. Все, мы всех героев просто сняли за 10% прохождения, без ничего. Ну, это очень, очень топово. Ну, давайте кошмарку 2-1 попробуем. Вот отсюда где-то. Сейчас посмотрим топ урон. Больше, чем половина жизни ушло просто. Смотрите, что он делает. Это просто жесть. Все. 3 залпа. 4 залпа, и героя просто нет. Один герой. Один герой, просто один. Если дать ему там того же самого Цепелина или Феникса, он просто соло пробежит. Круто. Так, ну, давайте потестируем.
подземки посерьезнее, возьмем кого? Возьмем тыковку, купидона и хранителя. Так, купидон. Сейчас надо, я не готовился. Надо рунки собрать с моих нубоперсов. Так, вот наши ремочки. Так, тыковка. Все никак не словлю воодушевление. Так, давайте сюда поставим ангела. Купидон. Сюда поставим бабло. Так. Берем с собой еще дополнительно хранителя ремочного. Ему поставим вот так. Так, тыковка у нас не стоит. Есть. Ну что, побежали, попробуем седьмые кошмарки. Посмотрим, что у нас сейчас этого получится. Так. Давайте по трешечку 7-1. Без напряга. Раз, два, три, четыре. Так, смотрим. Ну, тут единственное, на сейчас ронь. Ну, все. Это все. Смотрите, что с подземкой. Просто там ронины у нас остались, да. Но я думаю, они там особо нам сейчас погоду не сыграют. 50% мы все равно набьем. Ну, как по мне, ребята, это очень топово. Ну, 50% без проблем на разгоне. Так. Давайте попробуем. Так, восполняем магию и пробуем 7-10. И с подземками закончим. Пойдем на следующие локации, потестируем. Попробуем тут. Вот так, сразу без ничего. Так, заморозка, ускорялка. Немножко нет, не попали в кадашку, не разогнались. Надо юнитов, давайте юнитов возьмем. У меня еще магия слетела с настроек. Так, давайте немножко юнитов наберем. Ну, ребята, вы должны просто пролайкать такой видос, такую сборочку. Реально герой крутой. Хоть у него не появились дополнительные возможности, которые есть у других. Завтра у вас будут новые обзоры новых героев, прокачанных на 12. Но Анубис порадовал. Реально радует. Так, раз, два. Давайте с Анубиса начнем. Заморозка, ускорялка и юниты. Ну, тыковку у нас убрали, да, видите. Ну, все же, смотрите. Один герой просто тупо тащит. У нас 4 героя, да, стоит. Можно там их больше поставить. Можно сюда еще ворожея поставить для бафа. Но сама суть, урон просто немеренный. Я сам не ожидал, что настолько он будет крут. Что там у нас? 199 левела. Ну-ка, давайте так попробуем. Успеет ударить? А, на нас наложили молчанку. Жалко, жалко. Так, побежали, потестируем ее в его в королевской битве. Королевская битва.
Ну что, у меня тут отобрали алтарь? Да, отобрали, я специально снял. Так, создать команду. Ставим сюда Анубиса ремочного. Сейчас побежим, посмотрим. Ну, урон относительно неплохой. Ну, конечно, его тут сейчас сольют. Ладно. Давайте на простых героях проверим. Бам, 148 тысяч. Очень круто, достойно, достойно. Давай еще разок. Оп, два захода, все, сложились. Смотрим. Что тут у нас? Сокровища нам они не нужны. Давайте на атлантах посмотрим с тыковкой. Ну вот он половину косит. Просто косит половину без крита, без усиления. Если он будет под бафами, он просто их снесет. Так, давайте попробуем. Поставим теперь ему хранителя. Попробуем вот такую вот сборочку. 240 тысяч. Ну, круто. Ничего не скажешь. Еще плюс ворожая поставить. Купидона, чтобы зарядил. Он просто тупо нафиг все снесет с одной тычки. Да, неплохо. Так, хорошо. Теперь давайте его потестируем. На турнире героев давайте. Давайте 19-ю волну сразу. Че мелочиться? Вот у нас триантики, смотрим на урон. Сейчас должны его разогнать. Ну вот смотрите, что с триантами. Просто какой-то космический урон у него получается. Да, они себя там отхиливают. Посмотрите, что он с ними делает. Просто жесть. Завалили его. Так, хорошо. Давайте 18-ю волну. Бульдозеры. Конечно, тут можно немножко по-другому все увеличить, сделать. Но я просто смотрю. Ну, смотрите, просто... Просто изи. Разобрал. Круто. Максимальный урон. Давайте 16-ю запустим. На волнах, на этом, на угольной армии он тоже будет с воодушевлением чудить. У него чуть-чуть урон будет меньше, но урона будет дохренище. Так, ну давайте еще разок его тестанем. У меня тут пачки не собраны. На арене смысла нету. Давайте на экспедиции посмотрим, что он сможет по урону. Тут примерно урон будет такой же, как на битве гильдии. Заодно и посмотрим сейчас, какой у него будет дамаг. Вот у нас есть угольная даже расстановочка. Ну, смотрите, 168. Да, герои тут, конечно, слабенькие. Но... Бам! Три тычки, в принципе, и героев просто нет. Круто. Да, достойный, достойный, достойный урон. Давайте в забытой. Так, вот он у меня. Ничего себе, у меня что тут БВшный стоит? Ну, давайте посмотрим. Давайте вот так его поставим сюда. Обновим. Так, вторая, третья. Интересно, правда, надо было его, наверное, в эту пачку поставить вместе с буферами, но... Да, тут нас сейчас раздадут. Но...
Оно того стоит. На моем аккаунте оно того стоит. На ваших я вам уже в начале стрима сказал, что некоторых героев просто нету смысла качать. Так, хорошо. Создать команду. Давайте тут некроса отсюда уберем. Поставим сюда к автопрокерам. Так, тут у нас будет вот этот некрос. А тут у нас будет вот этот Анубис. Поехали еще разок. Давайте первая, вторая, третья. Смотрим. Бам. Ну, круто. Просто круто. Конечно, тут не видно, кто бил, но, как видите, реально все просто жестко ударили и все. Надо будет как-то заняться королевской, точнее, забытой битвой. Лень. Все лень. Ну, давайте на Игоря нападем. Не знаю, зачем он заклинательницу ставит. Какой в ней прикол вообще, если она ПВЕшный герой, она чисто для подземок. Там даже при этой прокачке, которая сейчас будет, у нее плюс один. Если духа сливают, от нее толку вообще нет. Так. Добивайте там того Анубиса уже. Это больше всего драконит. Когда герои, блин, тупо не могут убить там одного-двух. И либо один остается и все время воскресает, воскресает. Давали победу за героев, которых больше. Так. Интересно, когда добавят уже руны корки. Так, ну давайте кого-то другого. Давайте вот этого попробуем. Вот интересная пачка на пачку. Его пачка не устояла или устояла? Ну, с коркой кто-то. Да, видите, у моих набора нету энергии даже. Да, тут тоже сейчас, если ворожей не ударит. А он не ударит, потому что там все бьют по корочному. Вот вам корочный Анубис, который реально кайфовый. А вот мой ударил, пошел отхил, хорош. Сейчас надо просто слить Анубиса разок. А, слить, мы по времени не успели. Вот так вот. Ну, не знаю. Честно говоря, я им доволен. Я не жалею. Ну, в принципе, я никогда не жалею, что я кулаки трачу на таких героев. Но мне нравится, нравится его урон. В подземках он будет вообще топовым. Так, ну что, мы там уже всем посливали. Давайте еще кому-то сольем и будем заканчивать обзор. В принципе, качать его стоит в любом случае. Ну, если у вас есть лишних 100к кулаков, а этого у многих нету. Поэтому можно ему прокачать там 11-й. Ну, в принципе, это не тот герой, которому надо качать сейчас урон. Если он у вас будет просто 10-10, бог войны 8-8, бастион 8-8, его хватит вам с головой. Это уже в дальнейшем. Есть другие интересные герои, на которых я завтра-послезавтра вам сделаю обзоры. Сделаю, кого стоит качать.
кому можно, нужно будет прокачать умение там на 11, на 12 по возможности. Но Анубис однозначно должен качаться не в первую очередь. Это я чисто ради теста, ради интереса решил все-таки его качнуть первым. Ну что там, добивайте этого Ронина уже, бедного. Вот, в принципе, вот такой вот обзорчик. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, как обычно, пишите комментарии. Я комментарии читаю, не отвечаю, но читаю. Пишите в комментариях, кого следующего прокачать, на кого сделать обзор. Новый герой будет, будет топовая прокачка, как обычно. Не хочу его ролить, неинтересно мне роллинги. Дал себе последний раз слово, что больше мы ролить не будем. Все. Героев новых будем получать с акцией. Все, всем спасибо, всем по такому Анубису, по Некросу. До встречи, всем пока.